Суд по делу инвесторов ЖК «Адмирал» перенесли, причем дата следующего заседания пока неизвестна. И напомню, это один из самых известных одесских недостроев. Десятиэтажный дом в 2007-м начала возводить компания «Гранит К», но объект она не сдала до сих пор. Напомню, свои квартиры ждут 216 семей. Мы с самого начала, с котлована, можно так сказать, уже больше 10 лет полностью заплатили всю сумму за наши квадратные метры и боремся, ждем. Еще в прошлом году суд обязал застройщика, компанию «Гранит К», выполнить план санации. В ноябре 2016-го он должен был сдать 4 секции дома, но задачу не выполнил до сих пор. Мы бы хотели, чтобы судья уже в конце концов как-то прислушался к нашим требованиям, заменил руководителя санации. То есть и уже заменив руководителя санации, так как он не справился, в общем-то, со своими обязанностями за последний год, мы рассчитывали на то, что с новым человеком нам удастся найти застройщика. Только что нам объявили, что дело из апелляции не вернулось, и поэтому суд откладывается. Насколько он откладывается, неизвестно. Скорее всего, эту информацию мы получим позже. Это может означать только одно. Пайщикам жилого комплекса «Адмирал» снова придется ждать.